Готовим очень вкусную закуску из помидоров и моркови по-корейски. Она получается яркой, сочной и немного остренькой. Подойдет к отварному картофелю или рису. Подробнее, как приготовить помидоры с морковью по-корейски, я расскажу ниже. Помидоры лучше брать небольшого размера, плотные, с толстой кожицей, чтобы они лучше сохранили свою форму. По желанию можно увеличить количество красного перца, если любите острое. Помидоры 500 грамм. Морковь 500 грамм. Перец болгарский, 1 штука. Чеснок, 2-3 зубчиков. Перец острый, 1/4 чайных ложки. Приправа, 1 чайная ложка, для моркови по-корейски. Соль, 1/2 столовые ложки. Сахар, 1,5 столовые ложки. Уксус 9%, 1,5 столовые ложки. Масло растительное, 30 мл. Горчица, 1 столовая ложка. Кориандр молотый, 1/2 чайных ложки. Зелень 1/4 пучка, петрушка, кинза. Количество порций 4. Подготовьте все ингредиенты. Морковь помойте, очистите от кожуры, затем натрите на терке для корейской моркови. Болгарский перец помойте, удалите семена и хвостик. Нарежьте крупными ломтиками и измельчите блендером до состояния пюре. Добавьте в пюре сахар, соль и горчицу. Перемешайте до полного растворения. Затем добавьте все специи и измельченный чеснок. Влейте уксус и растительное масло. Помидоры помойте, затем разрежьте пополам. Крупные томаты можно нарезать четвертинками. Выложите их срезом вверх в подходящую для маринования емкость. Сверху присыпьте морковью. Затем добавьте соус из болгарского перца и мелко порубленную зелень. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Оставьте закуску при комнатной температуре на 3-4 часа. Затем уберите в холодильник на 3-4 дня. Помидоры с морковью по-корейски готовы. Приятного вам аппетита!